первый образ макияжа повседневного, то есть такие более спокойные тона, яркие губы. Мне кажется, что осенью это очень-очень красивый макияж будет. Я сама таким макияжем частенько пользуюсь, так что если вам нравится, смотрите второй образ. Итак, мои дорогие, это были два образа повседневного макияжа. Я считаю, что на осень очень-очень хорошие такие оттенки. Сначала вроде кажется все ярко. В первом макияже более такие, знаете, холодные, спокойные оттенки на глазах, яркие губы, которые выделяют ваше лицо. И все кажется очень-очень красивым, таким ярким, по-осеннему, очень веселый. И второй макияж, более такие, знаете, кричащие глазки, очень красивый оттенок на нижнем веке. И, конечно же, такие более персиковые нейтральные губы, которые тоже очень красиво дополняют этот макияж. Если вам понравились эти два макияжа и хотите видеть еще какие-то подобные макияжи, то, конечно же, оставляйте комментарии внизу. Я вас всех люблю. С вами была ваша Саша Коллинз. Всем пока!